Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД не против разрешить россиянам управлять легковым автомобилем с 17 лет. Однако до наступления совершеннолетия такому шоферу придется ездить с более опытным коллегой. Требования к нему еще не определены. Нововведение обосновывается тем, что сдавать на права сейчас в 17 лет можно, а садиться за руль нет. Пока юноша или девушка ждут заветного дня рождения, якобы они могут растерять навыки вождения и забыть теорию. Трасса 101. Массовая установка на автомобили в России алкозамков – это, по всей видимости, лишь вопрос времени. Сейчас в верхах обсуждается, какие именно транспортные средства начать оснащать такими приборами в первую очередь. Среди озвучиваемых предложений – автобусы, в том числе школьные, коммерческие автомобили, каршеринг, а также личные авто тех, кто попадался за пьянку за рулем. Трасса 101. Накопить на покупку подержанной легковушки в нашей стране можно менее чем за год. Исследование провела компания «Авито». Оно, как и многие другие изыскания, носит, конечно, условный характер, и доверять ему особо не стоит. Но все же, специалисты использовали такие вводные. Стоимость ВУшной машины 300 тысяч рублей, средний заработок мужа и жены почти по 35 тысяч, на автомобиль откладывается полностью одна зарплата. Вот и получилось, что обзавестись колесами можно уже почти через 9 месяцев. Трасса 101. «АвтоВАЗ» готовится шестой раз за год поднять цены на свою продукцию. Это произойдет, сообщает издание «За рулем» 18 ноября. «Гранты» и «Веста» подорожают на 5000 рублей. Новый стартовый ценник окажется на уровне 489 и 677 тысяч рублей соответственно. 7 тысяч накинут на X-Ray, 6 тысяч на «Ладу» 4х4, 8 тысяч на «Ларгус». Трасса 101. В Южной Корее провели испытание беспилотного такси, летающего беспилотного такси. Сообщается, что в аппарате находились два человека. Поднимался он максимум на 50-метровую высоту. Дальность полета почти 2 километра. Все прошло в штатном режиме. Корейские специалисты уверены, что у данного вида транспорта большое будущее. Первые серийные версии летающих такси с автопилотом они собираются представить лет через 5. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.